Избирательное право лучше всего знают в Ивановской области. Подтвердили результаты Олимпиады среди юных знатоков права из Московской, Рязанской, Ярославской и других областей. В команде нашего города 6 участников – школьников 9-11 классов образовательных учреждений города. В течение 2 конкурсных дней ребята отвечали на вопросы по избирательному праву, участвовали в викторинах, проходили квесты и писали эссе. По условиям Олимпиады в следующем году она будет проводиться в родном городе команды победителя. В 2015-м состязания пройдут в Иванове. Данный конкурс, во-первых, позволяет проявить свои силы, весело провести время, прогулять школу и просто найти новых друзей из других регионов, ну и также победить.